18 августа 18 года. Старий Салто. 7 часов утра. Рибалка. Поклевки рідковаті. Ветерок приличный, северо-восточный. Ну, поймал, что 6 хвостов. Ну, сейчас начну ловить конкретно. Передали сегодня, что ветер слабый по каналу Симон. Но какой слабый ветер. Сейчас. В кавычках. Августа, 11 часов дня, Травинское водохранилище, 2018 год. Рыбачки начинают расходиться, я поймал штук 12 рыбинок. Здесь уже никого нету, с этой стороны тоже расходятся. Так, едем. Дальний вообще не работает. Вот. Ну, люди еще сидят вот на дамбе. Воды уменьшилось здесь примерно сантиметров на 80 по сравнению с тем, что было с начала зимы, что-то с начала весны. Ну, вот на дамбе народ сидит. Видно. Ветер нормально сдул. Вот пришел местный еще ко мне по соседству. Ну, это вот. Сосед уехал, другой пришел. Встречи глубокая и дальше Россия. 2:30 дня, ветер начался, штук 30 рыбинок поймал, сижу жду, купаются люди на пляже. В ту сторону уже люди начинают расходиться, хоть они уже давно расходятся, но более интенсивно расходятся. У меня поклевок нет, что-то редкая поклевка, вроде и прикормил, но поклевок нет. Ну ничего, что-то тут поймал уже. Есть. Вот там. Рыба. Все такое клещ.